Здравствуйте! 50-летний фигурист совершил поступок, которого от него никто не ожидал. Звезда сериала не смогла сдержать эмоции. В свое время брак Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой вызвал много пересудов из-за большой разницы в возрасте, однако сегодня эта пара считается одной из самых красивых и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе. Во время совместных выходов в свет супруги демонстрируют невероятную нежность и заботу. В Международный женский день спортсмен преподнес жене неожиданный сюрприз, заявившись прямо на съемки, в которых принимает участие Арзамасова. В честь праздника Авербух подарил возлюбленной гигантский букет цветов. Елизавета явно не ожидала подобного развития событий. По свидетельству присутствующих, актриса даже прослезилась. Но довольный произведенным эффектом, Илья Изяславич нашел время для того, чтобы пообщаться с журналистами. Он пожаловался на плотный график, который иногда вносит коррективы в личные планы. Как правило, на праздничные дни выпадают наши отъезды. Поэтому в этот раз я приехал на съемочную площадку, а после мне нужно в аэропорт лететь в Санкт-Петербург, где пройдет турнир «Русский вызов». Там выступают ребята с моими постановками. А у Лизы в эти дни премьера ее новой театральной работы, очень интересной, отметил Авербух. Фигурист говорит, что старается радовать жену не только на праздничные даты, но и в обычные дни. Недавно представившая мужчину Арзамасова обожает подобные сюрпризы. Кроме того, поездка на студию позволила Авербуху окунуться в атмосферу и своими глазами увидеть, как происходит магия кино. 8 марта – безусловно праздник, когда мужчины говорят бесконечные слова любви и восхищения женщинам. Но мне кажется, для таких слов не нужно ждать праздничных дней, заключил Илья Изяславич. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.